Друзья, всем привет! И сегодня мы опять на тракторе едем, сегодня уже едем собирать сено. И подцепили самодельную тележку. Сейчас покажу вам. Опа, вот она уже здесь. Вот такое прицепное. Сейчас небольшой обзорчик и поедем. Там уже у нас вилы, грабли. И сейчас покажу вам, сколько у нас получится сена. И что вообще за телега. Как можете видеть, крепежи от военных ящиков. Раньше ящики такие деревянные были, где оружие это было. Сейчас я вам вокруг покажу. Ну тут проводочки, внимание, обращайте, уголочек. Так все погнило. Конечно, покрасить можно сбоку и написать кролиководство от Михалыча. Вот внизу. Просто два колеса, мост от зилка и сварена рама. Фары разбиты. Ну все такое в рабочем состоянии. И вот такая тележка. Ну и все, поехали. Вот у нас небольшая кучка есть уже. То, что я сгреб, сейчас все скидаем в телегу. Вот эта куча. Вот что у нас получается, вспотело, на улице жарко. То есть мы съездили вот туда подальше, там собрали. И вот уже почти полную накидали. Граблями я скидываю в такие кучки. Вот там, видите. И вот нам сколько еще нужно собрать. Вот тут, там он. Ну, наверное, тележки две будет. Очень тяжело, конечно. Ну ничего, кроликам вообще прикольно будет зимой, уже не нужно будет покупать. И тачка выдерживает. И вот так вот в тележке в сене лежу. Красота. Главное, вилами не на вилы не прыгать. Ох, качает. И порой думаешь, ну и нафиг эти кролики нужны. Купил одного, съел, да и пойдет. Но нет, надо. Так что вот такие вот дела, друзья. Еще люди вон баньку тут. Видно, во мне было. Все, едем. Сейчас едем выгружаться. Все, сейчас выгрузимся и поедем собирать. Как настоящий колхозник. Как настоящий колхозник. Сейчас на кочках, как на американских горках, телега туда-сюда. Я аж испугался. О, вот он. Что за туман стоит? Вот. Бани топят. Ветра вообще нету. Едем, едем в горку. Ну все, пока 10 секунд отдыхаю. О, на бок вообще пошел, как страшно. Сделали такую подстилку под сено. Ветки всякие, чтобы сено не гнило, проветривалось. Все, сейчас скидываем. Едем дальше собирать.
Ну вот у нас вторая ходка. Сейчас вот это собираем. И вон там и будет, наверное, полное. Ну и все. Практически все собрали. И вот так вот в кучке я сгребаю. Вот кучка где. Вот она. Раз. Вот кучка. Вон там. И вот осталось вот тут вот собрать. И ту дальнюю тоже соберем. Мы туда поближе увозим. И все. Сейчас дожди пойдут. Трава хорошая вырастет. Поля давно никто не косил. И видно, да, вот где я скосил, а где нет. Какая там высокая трава. Она бы здесь такая не выросла. Поэтому пораньше скосили, чтобы хорошая выросла. Чуть-чуть вспотел. Все, иду помогать. Летим, аж волосы назад. Вот осталось собрать чуть-чуть. Вот сейчас собираю и все, и наконец-то на сегодня все. Кошмар, тут корову заводить на, какие тут кролики. Ну все, все собрали, вот едем. Ну и все, мы выгружаем, снимать уже некогда. Всем пока, всех обнял. Обнял, ушел.